вниз сначала поставим. Да, держим, держим, держим. Тихонько, прям до земли опускаем. Подожди. Опа! Спустился на землю. Тебе одного мало, что ли? Так. Где-то ручной тормоз, да? Да. Так, знаешь, будете заводить. Проверяйте сначала. Ага, так. Все ли включено, все ли выключено. Это аккумулятор, кстати, да? Да. Да, смотрите. Член, померь. Ага. Начинай. Здесь. Смотри, слушай тебе. Блокировка стартера. Так, давай. Не, дай покажу. Смотри, дай, я сейчас покажу. Вот. Значит, блокировка стартера. Ага. Если ну, она будет вот так в таком положении, вы его не заведете. То есть он будет крутить стартер, но не будет заводиться. Вот. Ага. Значит, перед первым пуском двигателя вы включаете. Подходный? Да. Поднимаете его вверх. Вот. Крыло лучше посмотреть. Так, вот что он. Тут? Черный. Это? Вот он. Так закрыто. Да. Вот, значит, отсос вверх подняли, тормоз у нас выжатый уже, и нажимаете кнопку пуска. Тоже глушилка? Да. Две, что ли? Три. Можно здесь остановить двигатель, здесь, да. Здесь, и вот этой. Еще и зажигание выключить. А еще пятое можно с брелка его. То есть открытый замочек нажимаете, он глохнет. Два раза нам он нажимает, вот, он заводится. Смотрите. Что это такое? Видите, он работает. Да. Потому что я заводил с брелков. Брелки в приоритете. Брелок в приоритете. Да. То есть. Смотря в чем зависимости от открытия. Вот есть открытое поле, да, он до 100 может поймать. А если где много железа, он, соответственно, будет хуже, да, сигнал подавать. Здесь, значит, индикаторы скорости, да? Задние. Нейтралка. И вперед. Ну, вперед он никак не обозначает, потому что не так понятно. Вот. Ручным тормозом, значит, как его отжать. То есть его вот так вот. Нажимаете, и все. И также нажимаете. Ну, ребенку не под силу, наверное, будет. Вот, ну так, стояночный тормоз. Вот, значит, вот здесь можно. Можешь подойти? Да, сюда? Я померь. Квадроцикл и поднимаете, видите, высокий, да? Многовато.
нормальные обороты. Да. О, главное, чтобы он сам не укатывался. Завели вверх, да. А когда завелся, чуть-чуть поработал. Когда потом... он глохать начинает, все, вы сразу вниз опускаете. Так. Здесь у вас включаются фары, ближний дальний свет, здесь посмотри подогрев. Фары, Даня. Здесь подогрев рук. Сейчас включили? Как раз он включит. Да, фар включил. Да. А вот это как вот, чтобы вот это работало? Или... А это она всегда работает, это дневные ходовые огни. Поэтому они вот. Вот, Дань, смотри. Да? Какие у тебя фонари. Так что фары. А тут дальний ближний или пока? Да, дальний ближний. Смотри, дальний ближний, Дань, смотри. Опа, опа. Ну, ночью, конечно, эффект не смотрится. Да. Вот. Да, вот, обогрев вот включается здесь. А, включите будет. Вот, они уже греются. Греются. Так, аккумулятор новый? Так? Аккумулятор новый. Ну, только что, он даже еще весь наклейка. Так, а где его вот открыть, как открывается? Так, значит... А это что, включите? Не, он постоянно мигает. А, просто не чтобы внимание было. Вот, сейчас. Его что, не попадает грязь, да? Значит, это рычажок, да? Вы будете поднимать вверх и багажник отхлопать, чтобы не защелкивать, то есть вот так вверх его поднимаете и все. Здесь аккумулятор, да, будете на холоде будет стоять. Ну да, да. Ну, значит, это можно не снимать. На зиму лучше, конечно, открутить, да, и снимать вот тут 2 секунды. И лучше домой занести его. Просто. Сейчас я вам покажу дальше. Вот. Зарядное устройство у вас здесь подключается. Ага. Вот так. Понял. Колпачком закрываете всегда, чтобы грязь тоже не попадала. Так, а это чтобы не моргало, там выключается практически, да? Вот. Вот, видите, зажигание не выключено. Некоторые люди, да, перезванивают, говорят, что не можем заглушить, то есть все горит. То есть вы опять же нажимаете просто... открытый замочек и все, и все тухнет. То есть дистанционно он заводится. О. Это вот, это, да? Да, молния 2-3 раза быстро. Так, а выключить? Заглушить? Нет, это вы нажимали. Да, на старте. Открытый замочек. А вот это сигнализация. А, ну, еще работает? Как бы, да. Лучше не пользоваться? Ну, наверное. Аккумулятор будет сажать. Понял. То есть поставили на сигнализацию, да? Вот. Там есть, например, ключ ставит. Все. Он будет писать. Попробовать можно? Вот. И если вот ребенок будет уезжать, да, вы нажимаете колокольчик, да? Так. Даете ему какой-то сигнал, что нельзя туда ехать. А-а. Чтобы не кричать там через 3 колокольника. Так. Вот. Ну все. Так, заведите-ка. Значит, стартер, ну, поскольку он много стартера на себя берет, да, когда он в заведенном состоянии, то есть у него есть какая-то зарядка, вот, он может, ну, а сам стартер, он берет много на себя энергии, поэтому меньше пользуйтесь стартером, вот, но так он тоже не должен стоять, да, на месте, потому что у него воздушное охлаждение, ему надо ездить, То есть завели, катаетесь, приехали, все, заглушили. Можно я попробую? Да, конечно, пожалуйста. Обогрев работает, так. Давайте. Там не это. Так, вот это будет. Сейчас разработает, да. Вы лучше выключите. Ага. Вот, значит, здесь можно будет поменять маслице.
Так, масло. Вот, здесь и щуп, и масло. Так, и заливать тоже отсюда. Да, и с правой стороны у вас сливная пробка. Вот так, не, да, не с левой, а именно с этой стороны. Ту не откручивать. Сколько надо вообще? Два бака проехать и поменять, да? Ну, лучше бак поменять. Бак. Ну, бак, да, и поменять. И поменять. Да. Так. Сейчас синтетика, да? Надо полусинтетику залить. Это матюль 10W40 или люки-моли возьмите. А 10W30 не пойдет? Ну, не, лучше 10W40. Сейчас уже погода будет теплее, да? W30. Ой, 10W40. Вязкость, что побольше уже была. Нет, 10W40 берите, 10W40. Потому что сейчас уже тепло будет, да? Угу. И сразу поменяете. Нормально будет. Так, это выключить как? Фары. Фары, так, ключ у нас, видите? Да. Открытый замочек, все. А, открытие замок. Да, ну и, надо, да, если открыть, заводили с ключа, то можете так же смело и... Вот. Он сам включается, да? Да, ну то есть все, вот. С ключа завели, ключ вытащили, все, сразу все потухло. А с брелков, соответственно. Вот, ну, видишь, тебе эти штучки поставили. Угу. Ну, в принципе, все. Да? Да. Шлем выбирайте. Перчаточки, чехольчик. А вот это что такое? А это колпачки на ступицу. На ступицу? Ну да. Там где-то он успел проверить, там, где чего. Печать стоит, там кубатура. Кубатура у вас на двигателе выбита. Так, это вот он. Да, это, диски, да? Сцепления, да, и коронечная головка. Это весит, да? Да. Это что такое? Тоже, да, к этому это дело относится? Ну, да, снимаете сцепление вот. Вот они ваши все печати. Ну, я пытал видеть. Ну, вот двойная. Ага. Это тоже там куда-то вставляется. Ну да, это когда снимаете крышку. Крышку коробки. Ага. Вот. Ага. Это для снятия, да? Да, ну то есть это как ключ. Стандартный, да, подходит. Ну, набор головок, да, вставляете просто и скручиваете. А, и ну видите там. Ага. Тоже легко, да, на бок поворачиваешь там? Да, можно на бок. То есть вам подножку надо будет открутить. Подножку откручиваете, вот эти вот маленькие все скручиваете. Они держат нормально? Да, да. То есть где-то воздух, да, не откручивается, да, а тут уже следит.